Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее видео будет посвящено канарейкам. Вот эта пара. Мне кажется, самка все-таки какая-то неспособная к семейной жизни. Сегодня с утра эта самочка снесла яйцо. И вот уже через 3 часа, как снесла яйцо, она взяла и выкинула все с гнезда. Обратите внимание, на видео, снятые ранее, я показывал, что гнездо было идеально выстелено травкой. И вот она там снесла утром яйцо. И сейчас, посмотрите, она все выкинула. Вон валяется все на полу. И тут где-то яйцо я еще видел. Сейчас я открою, покажу вам. Что происходит с этой самочкой, я что-то не понимаю. Вот там яйцо лежит, видите, вот яйцо. Она все выкинула вместе с яйцом. Вот она, яичко. Наверное, она уже треснутая. В общем, вот такая вот пара канареек. Видео, снятое ранее, эта птичка слева, сейчас самочка, она высадила яйца, все прекрасно. Вылупился один птенец, которого она не кормила. Я ей дал второй шанс. И видите, что происходит. Но сегодня первое яйцо. Возможно, что завтра, послезавтра она еще будет нести яйца. Посмотрим, что будет там происходить. Может быть, все и наладится. Может быть, самец ее как-то напугал. Какой-то стресс ей сделал. Но взять все, выкинуть с яйца, с гнезда, вернее, все выкинуть вместе с яйцом, это что-то странное происходит. Так, в плане питания. Вот кормлю сегодня, обратите внимание, пророщенным рапсом. Видите, рапс пророс. Сейчас фокус появится. Это пророщенный рапс. Витаминный корм. Вот так видно хорошо. И просто обыкновенная зерносмесь, в состав которой входит... А, тут видите тоже. Вот это все было в гнезде сегодня сделано. И буквально за несколько минут все она выкинула. И траву. В общем, непонятно, что происходит, чем это все вызвано, не знаю. Буду наблюдать, смотреть. Ну, надеюсь, еще все исправится. Так, по поводу пророщенного рапса, сейчас покажу вам поподробнее немножко. Вот такой посуде я проращиваю рапс. Он проращивается относительно легко, просто заливаете водой, к примеру, на 5 часов. Потом воду сливаете, и так он в этом, в этой посуде стоит. Полоскаете его каждых, допустим, там 5 часов. Ну, утром пополоскали, вечером пополоскали. И он стоит в прохладном помещении. Вот, видно, это рапс. Сейчас вот кушает, это, я думаю, чтобы оплод был лучше. Для улучшения оплода даю канарейкам пророщенный рапс. Многие спрашивали, чем кормишь, что за питание. Просто пророщенный рапс. Вот сейчас сзади меня, слышите, кенора поют. А повернусь снять, они сразу замолкают. В общем, друзья мои, пишите, пожалуйста, в комментариях, что делать. Кто сталкивался с такими ситуациями. Как бороться, как все-таки добиться, чтобы эта самка стала нормальной? Или тут все-таки шансов нет, вот не знаю. Как бы мне жалко пока с ней расставаться. Хочу поэкспериментировать. За окнами зима. Ну, посмотрим. Может быть, все наладится. Прям гляньте, вот все, что было в гнезде, все выкинуло. А как было красиво все у Флата. Такого у меня не было, честно сказать, ни разу за мою практику. Чтоб вот выплюло гнездо, снести яйцо и выкинуть все вместе с яйцом, это первый раз. Обычно было так, сплетет гнездышко, вытащит все с гнезда, потом снова сплетет, снесет яйцо, второе, третье, и начинает отлично сидеть. А так, обратите внимание, вот тут снизу она, вот здесь, видите, она щипает материал для строительства гнезда. И строила гнездо. Плюс я травы добавил. Интересно, сейчас я посмотрю яйцо в каком состоянии.
Так, наверное, не видно. Нет, так на камеру не видно повреждения. Вот, друзья, если присмотреться, вот видите, сейчас на яичке в нижней части видно повреждение. Так что я не знаю, может быть, это яйцо уже не пойдет. Можно попытаться лопнутое яйцо, если незначительно лопнуто, закрасить, заклеить клеем BF6. В аптеках продается такой медицинский клей BF6. Можно попробовать заклеить. Но у меня сейчас под рукой нет этого клея, не знаю. Это до аптеки у меня часа 3 уйдет, сейчас некогда. Ну, по возможности, если сегодня раздобуду BF6, я заклею это яичко, может быть, и удастся спасти потомство. Но не факт, шансов мало. Это если был бы под рукой этот клей BF6, можно маленькую трещинку заклеить. А так, не знаю, что будет. Вот она. Так что, друзья, будем надеяться все-таки на хороший исход событий у этой пары. Самочка, кстати говоря, это попала ко мне. Вообще она попала ко мне как самец. Мне ее продали как самца. И вот она отсидела у меня, наверное, сколько? Большое время. Год, наверное, точно отсидела. Ни разу не пела. И вот тут собралась нестись, оказалась самка. Да, оказалась еще какая-то бракованная самка. Забыл сказать, вы пишите, пожалуйста, в комментариях, если кто-то сталкивался с подобной ситуацией, как исправить положение, как улучшить эту самочку, чтобы она была хорошей матерью. Ну, я надеюсь, что такая ситуация больше не повторится. Это даже не знаю, чем вызвано. Может, самец ее как-то атаковал, она психанула и взяла все, выкинула с гнезда. Вот даже не знаю, что меня как раз тут не было, не видел. Ну, такие дела. Сейчас морковочки им натру, пусть морковку покушают, успокоятся и продолжают нестись. По идее, она еще должна снести 3-4 яйца точно. Ну, будем надеяться, что все обойдется. Вот, друзья, имейте в виду, бывают и такие самки. Так что старайтесь приобретать самочек, чтобы они были молоденькие и чтобы они не были в паровке. Потому что я подозреваю, что вот эта самка была в паровке, показала себя с плохой стороны и ее продали. А мне вот так, как говорится, не повезло с ним. Благодарю всех за внимание. Желаю вам удачи в разведении канареек. Продолжение следует. Будем наблюдать, буду выкладывать, как будут события происходить у этой пары. Все, всем спасибо за внимание. До свидания. До скорой встречи на моем канале.